Мои приветствия, дамы и господа, у микрофона Риверс. Мы продолжаем проходить Sea Tiberium Wars. На прошлой серии мы с вами... как там эта миссия называлась? Сараево. Уничтожили храм Нот из ионной пушки, тем самым спровоцировав огромные взрывы Тиберия и при этом вторжение чужих. Наконец-то появилась третья сторона. Долго мы ее ждали. Ну как долго? 10 серий. И мы с вами отправились в четвертый акт. Мы с вами находимся в Центральной Европе. И у нас первая миссия в Мюнхене. Поехали. Эвакуируйте инженеров ГСБ из Мюнхена, пока пришельцы не захватили город. Пойдем попробуем. Внезапное сокрушительное нападение чужих на Мюнхен застало нас врасплох. Бой окончился, не начавшись. Мы должны собрать уцелевших бойцов и любой ценой сдержать натиск врага до тех пор, пока город не покинет бронемашины с инженерами ГСБ. Инженеры располагают ценные сведения о противнике, поэтому мы не можем допустить их гибели. Поехали. Гражданские транспорты вышли за пределы Мюнхена. Поступило сообщение. Сопроводите гражданский транспорт к заброшенной части метро в юго-западной части старого Мюнхена. Как минимум один транспорт должен уцелеть. Задача ясна. Поехали. Не в другую же сторону заворачивать. Город весь в огне! Все горит! Столько людей! Боже, ну что происходит? Вперед, парни! Война с чужими. Вот такая правильно. Вот война с чужими. Город превратился в сплошной хаос. Прибавь! Порву! Здесь все рушится! Мы гибнем! Хоть не обращаем внимания, сами все махаются. Мамонты у нас тут стоят. Они нам доступны или нам недоступны? Рассекают тела и... Жми! Нас обстреливают, сэр! Долго мы не продержимся! Вперед! Это короткая миссия, насколько я знаю. Вернуться на аванпост и заняться ремонтом, иначе до станции мы не доберемся. За мной! Стены рушатся! Даже камни вырывает на части! Жми! Неплохо было бы их починить, конечно. Правильно! Мы понесли тяжелый урон. Двигатели стоят. Прикройте нас сзади, пока идет ремонт машины. Черт! Где-то БТРы! Утечка топлива! Шестой взвод к вашим услугам! Работай, мы черт! Мы вас прикроем! Где? Люди гибнут, черт его, жестянка! Объект атакуют. Занимаем район. Новый командир, по последним поступившим данным, пришельцы особенно уязвимы для ультразвука. Почините энергостанцию и сможете пользоваться ультразвуковым орудием. Окей, понял. Двигатели работают, сэр. Вперед! Понятно. Вас понял. Потеряно. Да, я иду. Скажите, мало. Постройка захвачена. Мы думали, что одиноки по вселенной. Наша гордыня. Мы несем потери. Просим помощи. Получайте, рожи нелюдские. Как вам ультразвук? Устанавливаю видеосвязь. Наши ультразвуковые орудия наносят немалый вред противнику. Возвращаемся. Эти адские звуки! Приказывайте. Ремонт закончен, мы готовы. Проходим. Выжимаем, парни. Ходим дальше, давайте. Осталось немного. Совсем немного. Только их не блокировать. Наш энергосистем. Невосполнимый урон. Мы уже начали ремонт машины. Прикройте нас. Работаю. Надеюсь, выйдет. Вперед. Повышение. Обнаружен противник. Куда
напали. Правильно. Одну тачку я потерял. Теперь энергосистемы готовы. Вперед! Штурмовики задержат. Молодцы. Хорошо. Порвем их! Идем дальше. Вперед! Кого стрелять? Взорвем их! Чего они так пристали к этим, блин? Прибавь! Что дальше? Правильно! К работе готов. Мы уже на месте. Проводим эвакуацию совета. Напали. Отлично. ГГ. Зашибись, смогли. Ну, это изичная миссия была. В плане того, что мы потеряли один грузовик, это печально. Вашингтон, округ Колумбия, синяя зона С2. Неплохо сработано. Похоже, эти твари не такие уж и бессмертные. Хорошо бы еще, конечно, понять, что им надо, кроме как уничтожить все живое. Как бы то ни было, есть в этом бардаке и светлые стороны. Директор Бойл закрылся в бункере и не путается под ногами. В нашем бункере в Рейкьявике. Вам бы стоило туда отправиться. Обойдутся. Это время надо использовать с умом. Пока нам тут никто не мешает, будем действовать. И тут уж вся надежда на вас. Разбейте силы пришельцев, обеспечьте нам перевес, как до того сделали Снот. Будь кто другой, я бы сомневался, не слишком немного взваливаю на вас, но вы-то любите такие задания. У нас мало времени. Пришельцы закрепились в Мюнхене и захватывают все новые города. Кирс ведет вас в курс дела. За 4 минуты прошли миссию, прикольно. Это самая быстрая миссия на всем Диком Западе была. Захватите лаборатории ГСБ. А какие лаборатории? Ну, разведданные, разумеется. Ну ладно, как бы то ни было, мы уже продолжим с вами на следующей серии. У нас открылись две миссии, Кельн и Штутгарт. Всем пока-пока.